Здравствуйте, друзья. У нас сегодня интересный разговор с очень интересным человеком. Евгений, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Куда смотреть? Смотрите, пожалуйста, туда, где вам удобно. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Прямо сейчас вы станете свидетелем замечательного момента. Мы анонсируем фантастическое мероприятие. Потрясающее мероприятие, на которое приглашаем уже, я приглашаем тебя. Мы приглашаем вот его, А можно и его? Ее, можно и ее. Это на самом деле очень важно. Вот это поворот! Серьезно. Как вас зовут, Дмитрий? Дмитрий, так и зовут. Чудесно. Да. Все, Дмитрий. А куда вас зовут? Куда зовут, туда иду. На потрясающий конкурс, о котором расскажет Евгений. Конкурс называется «Мисс Старшеклассница». Это ко мне, да. Дмитрия, мы специально выбрали лицом. Что вы так близко. Евгений? Да, мы специально выбрали Дмитрия лицом конкурса «Мисс Старшеклассница». Да. А как вы понимаете, лицом конкурса «Мисс Старшеклассник»? Старшеклассник. Мы выберем на самом конкурсе. Будет тоже Дмитрий. На которого вас приглашаем. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, на самом деле, хотелось бы немножко больше рассказать об этом замечательном событии. Надо знать учебную программу. Не обязательно даже школу заканчивать, Дмитрий. Для этого я, допустим, этого не делал. Но я ни разу и... Я тоже не всю школу окончил. Друзья, если вы хотите торт на заказ, то звоните, пожалуйста, 101tort.ru. Можно будет попробовать на нашем конкурсе, куда мы вас, девушки, и приглашаем с удовольствием. Так что приходите все и будьте с отличным позитивным настроением, пока не пришел Дмитрий. Но Дмитрий придет. Да, и буду лицом светить. Да. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Кстати, хотел заметить, что мы не только девушек приглашаем на конкурс «Мисс Старшеклассница», потому что, глядя на Дмитрия и примерно оценивая то, какую красоту вам предстоит увидеть на сцене, я уверен, что многие парни, которые смотрят это замечательное событие, также захотят там оказаться. И не только для того, чтобы посмотреть на прекрасных девчонок, но и для того, чтобы самим доказать, что именно ты, да, ты, друг мой, который прямо сейчас смотрит это видео, достоин. Теперь... Самое интересное. Девчонки, приходите. При условии, мы вас пожурим. Не смешно! Мисс Старшеклассник и мисс Старшеклассница. Ждем. Дмитрий, Евгений, Андрей. Прямо с голубого дивана. Ждем вас.